Ребята, всем привет! Это мой дозаказ. В принципе, он сейчас актуален, это не новинки, ничего, но у нас что-то Викуся начала расти. И расти причем такими темпами, что ого-го. Походу, она действительно пошла в папу. Итак, заказываем мы для нее уже 128 размер. Очень много майки, футболочек мы отправили на вторую жизнь. И сейчас я вам буду показывать уже 128 размер. Все фотографии вы увидите, они будут выходить вот тут вот сбоку, потому что я буду просто ставить фотки из каталога. Вещи действительно клевые, классные. Значит, трикотажная фуфайка с коротким рукавом для девочки. Артикул 527-796, цвет белый, размер 128, 100% хлопок. Вот такая вот футболочка. Не знаю, ребят, почему фуфайка. Расскажите мне, может быть, вы мне дадите какой-то совет в комментариях. Да, она мне понравилась, она понравилась Викусе. Викусе ее носит. Но 122 размер ей уже такой, знаете, чуть ниже пупика, да, можно так сказать. Дома она еще в нем бегает, но чтобы куда-то выйти, надо что-то более-менее стоящее. Да, поэтому мне, конечно, это нравится, потому что 100% хлопок, ребят, практически все вещи. Конечно же, как без моей хозяюшки. Сейчас она будет тут ходить. Ребят, чешем ее каждый день, но у нас весна, немножечко ободралась наша кошечка. Но стараемся чесать, мыть, но не совсем все получается у нас. Поэтому она такая у нас с рыжинкой, ободранная. Ну ничего, у всех весна. Мы сейчас все в шерсти, даже еда в шерсти, боже мой. Так, дальше, значит, трикотажные шорты для девочки. Кстати, ребята, вы не знаете, сколько раз в месяц вообще можно кошку мыть? Вот дайте мне совет во время линьки весенней, сколько раз, что-то я вот даже не знаю. Значит, это у нас трикотажные шорты для девочки, тоже пол попы торчит, 128 размер, ходит такая интриганочка по дому, поэтому мы все шортики упаковали, чтобы это не казалось чересчур, и все взяли на 128 размер, тоже 100% хлопок, артикул 527-769. Вот такие вот шортики, да, то есть они хорошо очень на талии сидят, все отлично. Тут есть шнурочки, чтобы привязать, если мало ли в талии будет великовато. Резиночка широкая, не тонкая. Это говорит о том, что она не передавливает, получается, детскую талию, не нарушает обмен веществ, что, на мой взгляд, очень важно. Карманы тут настоящие, очень даже глубокие. Сшито все мега качественно. Ребят, до такой степени одежда для детей качественная от Faberlic, что я просто от нее кайфую. Шортики очень даже плотные. Тут есть какой-то, знаете, такой, не знаю даже, как вам показать, да, такой вот мини-начесик, что ли, вот что-то есть, вот, да, то есть они не совсем такие уж тонкие-тонкие, но они не супер плотные, да, то есть, но сидеть в них одно удовольствие, то есть даже, мне кажется, на кожаном кресле, где-то в такси, там в машине, и то будет летом в жару комфортно, вот это важно. Хотя у нас март, но мы собираемся скоро кое-куда полететь, ну, я думаю, вы все узнаете в моих сторисах, в инстаграме я много сторисов делаю, на ютубе тоже много сторисов делаю. Далее, значит, давайте с вами посмотрим такие вот джинсы. Вот джинсы мы, кстати, не примеряли. Я взяла размер 134, потому что компания Faberlic делает очень шикарные джинсы. Все здорово, все классно. Но у меня к компании одно нарекание. Но неужели все дети такие тощие? Вот у меня у Викуси ни жиринки нету. Вот, да, то есть она очень подвижная девочка. Но ни одни джинсы ни на попе, ни на талии не сходятся, поэтому мы стали брать уже на размер больше. Размер 134, артикул 527-356. Вот такие вот джинсики, и я еще сомневаюсь, как раз они ей или нет. Поэтому в конце видео мы примерим джинсы и посмотрим. Да, то есть, ну, в принципе, они тянутся, все хорошо, нареканий никаких нету, я думаю, будут как раз, я надеюсь, что они будут как раз, поэтому пакетик пока не выкидываю, вдруг придется на возврат. Вот тут вообще не тянется, и, может быть, придется идти в магазин за одеждой, да, то есть, ну, я сначала решила в компании Faberlic. Вот меня, кстати, часто спрашивают, как у вас получается 300 баллов Faberlic делать, и у меня иногда бывают, ребята, 400 и 500 в каталог, и бывает только из-за того, что я сначала посмотрю, есть ли на сайте то, что мне нужно, а потом уже иду в магазин. У меня поэтому всегда прямо много-много-много всего. Вот, поэтому насчет вот этих джинс у меня сомнения. Хотя все упаковано здорово и классно, но пока ничего распаковывать не буду. Тут заклепочка в составе, цвет темно-синий, размер 134, 527-356. Вот она придет сегодня в 7 вечера после EBA-терапии. Мы ходим в EBA-терапию. Кто-то ее ABBA называет, правильно, EBA, как мне сказали.
Вот, и вместе с пакетиком я отложу, буду смотреть. Потом домонтирую ролик. И параметры викуськи, рост, вес и объем талии я вам напишу. Да, я вам напишу под комментарием, под ютубом. И обязательно закреплю это, чтобы комментарий был первым. Значит, брюки из джинсовой ткани для девочки. Цвет синий, размер 134, состав 97 хлопок, 3% эластан. Вот, посмотрим. Тоже такие светлые, классные, приятные. Ну вот, узковато, конечно, но тянется хорошо. Да, то есть хорошо тянется. Цвет очень даже приличный и чуть-чуть понасыщеннее, чем на камеру. Если на камере они смотрятся такие голубо-синие, то на самом деле камера цвет, к сожалению, искажает, и они немножечко получаются потемнее. И вот тут вот не тянется. Вот я не знаю, просто вот хотелось бы, конечно. Я уже прям большой-большой размер заказала. Вы знаете, что у нас ни одних джинсов компании Faberlic нету. Были одни, но их сейчас нет в наличии, которые нам подошли. И я, в принципе, рада, что я там не заказала 5-10, потому что Вика пошла в рост, и нам нужны новые. Но все узко, все очень узко. Поэтому буду примерять, прям вот так вот их положила и буду смотреть. Кофты нам всегда все подходят, трусики тоже всегда все по размеру, поэтому... Тут, конечно, все 100% здорово, и в магазин мы за этим не пойдем. Это уже факт. Так, дальше, значит, трикотажный джемпер с длинным рукавом для девочки. Цвет белый, размер 128. Чем мне такие кофты нравятся, это то, что мы вечером куда-то идем, ребенка комары не кусают. Да, в лишних местах мне это важно. Артикул 527, 346. Вот такая вот кофточка со стразиками. Да, все очень красиво уложено, сложено. Рукавчик длинненький. Сама футболочка тоже очень длинненькая. 95 хлопок, 5 эластан. Артикул 527, 346. Да, тут такие вот стразики красивые, да, то есть переливаются. Все шикарно, да, то есть все тянется. Все очень комфортно. Ну и, конечно, то, что она беленькая, хорошенькая, это факт. Красота, просто красота. Дальше еще одна футболочка. Вика ее очень полюбила, еще в маленьком размере. То есть это вообще очень даже не новинка. Это давно выпущенные вещи, которые до сих пор есть на сайте. Я этому рада, что я могу эту футболочку ей обновить. Но вот очень нравится ей вот эти цветочки, этот рисунок. Я не знаю почему, но она все время любуется в зеркало. Ей нравится вот этот бантик. Кстати, он не отпал у нас до сих пор, потому что он тут вшитый. Да, не приклеенные, а вшитые. Это очень, я думаю, важно. Так, значит, трикотажный джемпер с длинным рукавом для девочки. Цвет белый. Артикул 527, 724, 95 хлопок, 5% эластан. Давайте развернем. Тоже с длинным рукавом. Тоже великолепно. Вот сейчас. Нас, кстати, взяли в школу в Кирове. 44-ю школу. Класс для особенных деток. Вот пойдем с 1 сентября в настоящую школу. Первый раз. Год нам удалось еще позаниматься, поподготавливаться. То есть мы на год позже всех деток идем. Но уже все. Деваться некуда. Нас отправили. Ну, будем стараться, чтобы у нас все было хорошо. Тут рисунок. Да, то есть вот если его натянуть, он немножечко трескается, поэтому стирать нужно 30 градусов, чтобы он дольше прослужил. Рисунок качественный, все, но он покрашен сверху. Далее у нас сейчас ролики и так далее пошло-поехало. И, конечно же, эти ролики, это потеря штанов, это дырки, еще ЛФК, УФК и так далее, бассейн. То есть, ну, лейкинсы нам нужны. Просто так побегать, дома походить, поползать. Вот у нас тут была авария, отопление выключили, мы вообще ее в ритузах дома держали, потому что холодно, да, ритузы надели, ей тапки теплые, пушистые надели, специально покупали, ходили. Далее трикотажные обтягивающие брюки для девочки, цвет серый меланж, но это обычные, ребят, лосинки. Вот лосинки лосинками, не брюки это. Артикул 527, 788, размер 134, 80 хлопок, 15 вискозы, 5 эластан. Действительно, тянутся великолепно, никаких нареканий нет, стираются хорошо. Отправлены во вторую жизнь, с ними ничего не случается. Пояс тоже, как вы видите, широкий, что важно. Широкий, такой вот упругий, да, такой вот прям толстенький, да, прям с ноготь мой. Вот, низ изделия выполнен прямо, да, то есть все тянется великолепно. Тут тоже все крепко сшито, в самом таком рвучем месте все прям сшито, перешито, ушито. И я могу сказать, что это действительно, ну, такое качественное очень дело. Мне нравятся эти леггинсы все-таки. Я их леггинсы могу только назвать. Ну, какие же это брюки? Это что-то типа колготочек, ну, вот на мой взгляд. Что-то типа колготочек, которые можно носить с туникой, просто они без ступни, да. Понабрала трусиков, пока они есть. Компания Faberlic любит все распродать
собираются долго выпускать новые, поэтому я взяла в запасники. Это добро нам всегда нужно. Так, набор трусиков для девочки. Волшебный единорожек. Значит, артикул 510-065, размер 134-140. Вот такие трусяшки. Хорошенькие. Кружево очень нежное, оно вообще ни в коем разе вот это кружево, да, давить не будет. Тут идет гигиеническая защита, под ней я точно их оставляю, поэтому я ее убираю. Под ней, как и в принципе все трусики, идут хлопковая ластовица. В общем, все классно, здорово, плотненько, великолепненько, да, то есть вот так вот. Класс. Дальше такой вот единорожек, да, три штучки в упаковочке, хорошенькие трусики тоже. И это самые любимые Викины трусёшки. Знаете почему? Потому что они идут с мороженым. Ей очень нравится. Ей очень нравится вот это вот мороженое, вот это все. И тут есть возможность прямо это мороженое на себя напялить. Она очень часто стоит, оденет эти трусики, попой повернется, так и загнется и смотрит, что у нее там. В общем, угодили девочки. Угодила компания Faberlic. Далее идут пингвинчики. Размер 134-140. Артикул 510-093. Размер 134-140. Волшебная зима. Ну, может быть и зима, но только вот эти одни. Все остальные нормальные такие, да. То есть пингвинята. Это краска, ребята, да. То есть, видите, немножечко так трескается еще что-то, да. То есть тут, но стойкая очень даже краска. У нас до сих пор не стирались. Следующее, значит, такой вот пингвинчик. Такой вот пингвинчик, тоже хорошенький. И горошек. Ну, это вообще, можно сказать, и снежок, и дождик летом. Вот. Далее такие вот идут еще зимние трусёшки тоже. Хорошенькие. Тут зип-замочек, ребят, у пакетиков может быть вторая жизнь. Вот кто любит такие пакетики, удобные, что-то в них складывать, да, тот меня поймет, конечно, да. Зип-замочек, который открывается, закрывается, он многоразовый. Так, снеговички. Угу, такие вот хорошенькие. Тут такой один большой снеговичок тоже, да, хорошенький. И далее такие вот звездочки, снежинки, что туда, какие вот рисуночек такой вот мелкий, да. Вот везде всюду гигиеническая защита, ребят, стоит, потому что до примерки ее нельзя снимать. Вдруг вы захотите вернуть. Дальше нам не стало хватать сушилок для обуви. Очень понравились. У нас есть, ребят, электрические, и их, по идее, немало, но мы берем еще вот такие вот. Да, вот такие вот прям. Шуршунчики, они эффективно впитывают влагу, помогают устранить неприятный запах. Можно использовать каждый день, незаменимо для людей, занимающихся спортом. Отлично подходит для сезонного хранения обуви. В общем, хорошие штучки. Кул артикул 118-76. Действительно, все сохнет. Размер 18 на 5,5 на 2. Так, ну и снимем остаточки. Маме, моей свекровушке понравились вот такие вот тапочки. И она прям вот ходит, смотрит и говорит, я такие же хочу, я такие же хочу. Я говорю, мам, ну, в принципе, у нас год быка целый год, давай, говорю, я тебе возьму. Такие вот пушистики, размер 36-38. Кстати, они очень хорошо стираются, ничего не отпадывает, ничего друг с другом не красится. Вот это вот место крепко держится, в общем-то, никаких нареканий к тапкам нет. А единственное нарекание, они чересчур теплые, да, чересчур теплые. Вот у меня за 5-6 стирок они не стирались, поэтому я говорю, мам, нога может у тебя потеть. Она говорит, ну и что? Я, говорит, хочу такие тапки. Ну что ж, привет, год быка, опять тапки в заказе. Артикул у них идет 885-669 у размера 36-38. Как обычно, наши биокапсулы для посудомоечной машинки. Так, по-другому тут не распечатаешь, к сожалению. Тут 20 штучек в упаковочке. Если я беру 2-3 упаковки, вот забыла, кстати, количество переправить, то пересыпаю все в одну и все. И отправляю коробочки в пустые баночки. Значит, вот этот пакетик, он разлагаемый. То есть, получается, вы просто так кладете эту капсулку, он ее намачивает, все это из капсулки вымывается, потому что пленочка исчезает, и все отлично. Значит, 20 капсул, биоминеральная формула для жесткой воды, безопасно, экологически чисто, не наносит вреда ни человеку, ни окружающей среде. Артикул 109.02. Далее, значит, что у нас получается? 4 средства биогеля для туалета. Заказала все-таки этот, перешла обратно на него, хотя он в конце так не очень-то меняет запах, но хотя бы он унитаз не красит, потому что вот который средний, он красит унитаз. Да какая ты у меня ляля, да как тебе хочется, да будет со мной с мамой поцеловаться, да, прям в камеру лезет, чтобы мама чем-чем выдала, да? Ой, Алиса. И лапку поставила. Значит, артикул 108.98. Алиса.
не могу над этой кошкой. Иди, давай, иди лесом. Иди. Мама, обзор. Компанейская особа. Да, ты компанейская особа. Да. Ну и далее последнее, что хочется показать. Это вот такой спрей. Да, он пшикает классно. Он пшикает здорово. И у нас получается, что воздух от него более свежий, более хороший. А, убежала сразу Алиска, да? Артикул 303.25. Он идет как длительное освежение и ароматизация, устранение резких неприятных запахов, профилактика накопления специфических запахов домашних животных, устранение и осаждение пыли, пыльцы, шерсти. Это очень важно. Особенно перед мытьем пола вы можете пройтись этим спреем. Все это осадится на пол, и у вас получится пролонгированный эффект чистоты. И также идет водяная основа, без спирта, пропилентов. Все это очень не вредно. Я вообще обожаю наши вот акваспреи, освежители воздуха. Утренняя свежесть один из моих прям любимых, который хочется наносить прямо и вдыхать. Вот. Конечно, аквафтический от Хонгнум Гринли тоже прям моя любовь. Тоже безумно понравился. Очень вкусный, очень приятный аквафтический от Гринли. Ну что ж, мои дорогие, это был мой небольшой заказ. Как вы видите, все очень быстро-быстро вам рассказала. С вами была Конна Ваня, проект Фаберлик Онлайн. Пишите, что заказываете вы из того, что заказываю я, что заказываете своим детям. Мне будет очень интересно. Ребят, вот эти джинсы, в принципе, нам нормально, хотя низ узковато, а которые 527-356. Вроде бы отлично, да? Вика, застегивай. Да, то есть вот все хорошо у нас. Да, все застегнется, не в обтяжечку, ничего давить не будет. Сейчас вторые примерим. Ну, вроде бы и эти ничего. Да, ну ничего так. Но смотрите, чуть-чуть как бы длинноваты те были, а этих прям как раз. Да, Вика, попрыгай. Ой, какая молодец. Ей все, ей уже не до чего, ей нравится новинка.